Эмоции, так сказать, уже утихли. Уже, не знаю, часа два прошло с нашей победы. Конечно, очень радостно, но правильные слова я вряд ли сейчас подберу, потому что я уставший уже. Просто рад, это все. Это тоже мой, так сказать, новый трофей. Мой последний трофей, по-моему, вообще был D2CL в Нави. Прошло уже сколько? Пару лет. Вот он, новый рубеж, так сказать. Отчет пошел до следующего трофея. Спасибо, что болели, ребята. Спасибо всем тем, кто болел за нас, переживал. Приятно побеждать. Лучше, чем проигрывать, опять же. Я действительно давно не побеждал и на первое место не занимал, особенно кубок. Последний раз это было прям, наверное, чуть ли не 2 года назад. Спасибо фанатам, спасибо, что болели за нас, верили до конца. Возможно, верили, несмотря ни на что. Так что вот. Продолжайте за нас болеть, и мы будем продолжать побеждать. Эмоции все были после победы. Сейчас уже немножко так все поутихло. Хочу сказать спасибо, кто просыпался пораньше, смотрел за нами. Учитывая разницу во времени, это было непросто. Я прекрасно знаю. И болейте за нас в дальнейшем. Я уже и забыл, каково это вообще выигрывать. Не помню, честно говоря, даже когда выиграл последний лан. Да и вообще на ланах мы не часто бываем. Выиграть всегда приятно и гораздо приятнее в такой вот хорошей, наверное, упорной борьбе. Эти игры были нечистые, было много ошибок, но победить все равно приятно. Как думаешь, удалось ли вам сдвинуть с места и все-таки снять проклятие второго места? Да его как такового-то не было. На паре онлайн-квалификации мы и выигрывали, и проигрывали больше. Спасибо всем, кто за нас болел, спасибо за вашу поддержку, мы ее очень ценим.